влюбишься. Андрей. Почему они не были привязаны? Андрюша. Подожди, подожди. Андрюша. Андрей, а как дети потом будешь рот свой продолжать? Андрей. Андрей, мы тебя возьмем и женим. На Аленке. Не хочу жениться. Не хочу жениться. Почему не хочешь? Ну почему? Он вообще уплыл. Очень крепкие яйца. Но где их взять? Но жениться-то все равно. Почему? Андрюш. Мы яйца парень, самые твердые яйца. Андрюша, жениться-то все равно тебе придется. На Аленке. Ты же за руки брался? С Аленкой. Хорошо. Сделаем это все вместе. Завтра утром, как только солнце зайдет, мы тронемся. Я как не хочу, что у меня вырвет. Я не хочу. От чего тебя вырвет, скажи? От любви. От любви? А почему тебя вырвет от любви? Ты целоваться не хочешь? Я с тобой дала своему блин папа. Я с тобой не надо Сергей. Нет, но ты же будешь как папа Сергей большим. А я что, не хочу быть блин папой мы. Я с тобой Сергей. Нет, ну ты же вырастешь, ты же не будешь всегда маленьким, ты же будешь... Я сказал, я не папа, Сергей! Ну, нет, ладно, ты не папа, но ты не женишься, да? Да. Если я был папа, ты бы женился, а я не папа! Я не папа! Нет, ну ты же не будешь всегда маленьким, ты же вырастешь... Я не по названию папа, я с тобой думаю, похож на папу. Папа, что ли? Да. А чего ты взял, голубой или синий? Нет, а при чем тут папа? Ты же тоже станешь большим, как папа. О, я не папа, еще! Ну ты не папа, ты не папа, ты не будешь папой. Потом будешь парнем, потом мужиком. Но все равно Аленка будет твоя невеста, да? А он хочет жениться? Да, Андрей? Я не хочу жениться. Почему? Ну ты скажи просто, почему? Объясни все. Ну ты объясни и все, и мы отстанем. Громко скажи, почему? Я не хочу! Ну почему, скажи? Потому что... Его вырвет. Потому что у меня вырвет. А чего тебя вырвет? А то у меня не вырвет. Я это уже говорил 100 раз! Ты же говорил, то, что целоваться будешь, тебя вырвет. Вот именно! Короче, ты не вырастешь и не будешь целоваться и не женишься, да? Да. Ну, будешь ладно. С бабой Гулей спать? Да? Да. А, тебя не вырвет? Нет, мы же не целуемся.